И вновь возвращаемся к новогодней теме. В городском ДК стартовала череда новогодних утренников. Например, вчера состоялось праздничное представление для детей погибших военнослужащих республики и для многодетных семей Большого Харциска. Детвора получила возможность увидеть яркое зрелище, подготовленное актерами театра «Браво» и сотрудниками ДК. В празднично украшенном зале детвору встречал сильный, смелый и жизнерадостный бычок Федя, символ наступающего года, который при этом олицетворял собой еще и здоровый образ жизни. Малышне бычок сразу пришелся по душе, и они с большим азартом участвовали в конкурсах и танцах, организованных Федей. В кульминации спектакля Дед Мороз со Снегурочкой, как полагается, зажгли огоньки на новогодней елке и завели хоровод. Далее ребят ожидала праздничная дискотека с участием героев сказки. Инициаторами праздника выступили активисты Харцизского отделения общественного движения «Свободный Донбасс». Сегодняшний праздник для детей, Новый год, это мы организовали при поддержке наших постоянных друзей, итальянской ассоциации «Помогите спасти детей». Все дети рады, веселые. Что я могу сказать? Это сказка, и сказку мы должны детям показать, сделать, вот, чтобы они верили в Деда Мороза, Снегурочку. Поддержка «Свободного Донбасса» помогла 80-кам детей из Большого Харциска окунуться в сказочную атмосферу Нового года, максимально усиленную сладкими подарками.